мы находимся на выпускном, не на обычном выпускном, а на премии вручения «Оскар» 2019. Сегодня у нас школа 32, город Ребенка. Учитесь. Ну, наверное, нравилась какая-нибудь девочка. Да. Кто? Кто она была? Наша вторая мама. Люблю свою классную руководительницу. Раушкину Марину Аркадьевну. Ой, Марина Аркадьевна, класс. А из девчонок-то кто нравился? Так, ну, из девчонок мы с ним боролись за одну и ту же просто. Раушкина Марина Аркадьевна. Я знаю, где она живет. Я хотел прийти под дом цветы положить. Денег не хватило. Поэтому сделал это я. Привет! Как дела? Отлично, замечательно. Один из самых лучших дней моей жизни. Что пожелаешь своим одноклассникам в камеру? Оставаться такими, как они есть, и идти к своей цели, несмотря ни на что. С праздником! Экзамены сдали? Да! Кайфуете? Да! ЕГЭ позади? Да! Что пьете? Да! Во-первых, лейкопластырь, потому что невозможно ходить на этих каблуках. Должна обязательно быть помада, потому что когда начинаешь пить, она всегда смывается. Девчонки, что пожелаете себе в будущем? Держаться, принимать удар грудью и рвать и метать. Конечно же, быть уверенной в себе, потому что мы реально стремимся все к своим целям. Вообще ничего не было. Только шампанское в начале. Потом другое шампанское. Да. А кто вам наливает? Сами. Да. А родители разрешали? Родители в курсе. Да, они в курсе. Какие демократии. А пойдемте спросим. Вот скажите, через 5 лет вы, например, встретитесь со своими одноклассниками. Вот что будет через 5 лет? Как вы думаете? Все будут успешными, красивыми, да. И, возможно, уже женатые. Давайте пожелаем в камеру, вот буквально понемножку, да? Чтобы все были собой и верили в себя. Все. А я хочу пожелать, чтобы все мечты сбывались, потому что это самое главное. Я хочу пожелать, чтобы каждый из нас не терял свою индивидуальность и добился в этой жизни действительно того, чего он хочет. Сегодня ваш вечер. Сегодня ваш праздник. Сегодня вы главные. И вам всем ура! I don't need no sleep, 'cause I'm already dreaming.